«Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля проведет Всероссийский субботник. Московская область не станет исключением. Во всех муниципалитетах будут приводить в порядок территории больниц, где работают красные зоны, помогать с уборкой пожилым людям. Также активисты облагородят парки, скверы, территории соцучреждений, высадят деревья и кустарники. Участие примут партийные активисты, депутаты, представители МГЕР и неравнодушные жители.